Противоядия нету. Вот, сказали, а их не как же они там назвали-то их. Экзотические животные. Вот. И лечим, чем сможем. Сказали, молитесь и все. То есть, это вообще нормально. Я сегодня покупала медикаменты. Поясни, обычные, простые. Сегодня. Мази, бинты за свои деньги ребенку. Это что такое? Еще сейчас нам назначили там что-то, нам дадут список, и мы опять будем покупать. Поступили по страховому полюсу. Это как Я вообще? хочу одеваться. Сказали, вот, покупайте мамочку, все, будем лечиться. Летают самолеты над нашей станицей, скидывают в мешках змей, в поля для того, чтобы они мышей грызли. Ели, чтобы им урожай не ели. Ну, не грызли. А в итоге они приползают к нам. Заползают в дома и вот так вот кусают детей. Это уже не первый раз случай, что в домах люди змеи видят.